Здравствуйте, уважаемые друзья! По вашей просьбе мы сегодня изготовим ловчую мушку, к которой я отношусь с глубочайшим уважением, так как она была в основном придумана и опробована Романом Мозером. К его творчеству я с большим уважением отношусь, так как в основном у него почти все мушки выполнены не с той большой реалистичностью, к которой мы привыкли, но они все 100% у него ловчие. Крючок я взял номер 16, можно использовать F11, F14, Камасан, или же взять, допустим, Камасан серии 400 или Гамакацу, как вы найдете под себя. Значит, это у нас имиджер, мы его свяжем по той же почти технике, как был связан баллон имиджер Романа Мозера, но используя свои материалы, о чем вы меня просили. Зачастую при использовании вот таких вот петушиных наших перьев у нас остаются перышки. Нам необходимо вот буквально такой остаток пера для того, чтобы мы изготовили хорошую уловистую мушку. Я уже с расчетом того, что мы его отрывали, у нас буква V вот такая имеется. Я отобрал необходимый пучочек, это вы уже для себя экспериментально подберете сами. Значит, необходимо промотать буквально нам с вами до самого начала загиба. Здесь закрепили, вымеряем длину хвостика. Это даже не хвостик, а это у нас имитация будет тех лапок, которые уже появляются у нашего имиджера. Значит, посмотрите по величине, все подбирается по величине крючка. Но в среднем я подбираю для себя, чтобы они были по длине цевья. Это уже у нас, как говорится, зачатки наших лапок для нашей личиночки. Остатки удаляем. И совсем немножко, учитывая то, что в основном рыба попадается разная, будем вязать ее покрепче. Добавили немножко клея, промотали и вернулись к точке крепления нашего хвостика лапок. Я подготовил вот такой кусочек, буквально из остатков пенки. Этого можно и не делать, но я использую в частности немножечко свой вариант этого имиджера. Подхватили. Нить подберете по толщине для себя сами, какая вам будет приемлема. И теперь нам понадобится подобрать даббинг. Даббинг, значит, будет обозначивать, у нас обозначит грудку. Ту часть, которая уже наполнена воздухом, и наша личиночка уже даже почти субы мага всплывает, прорывает поверхностную пленочку, и уже по моим проверкам, как у меня проходили рыбалки, в основном желательно или же песочного, или оранжевого, или слегка такого ржаво-коричневого. Но опять же все зависит от условий рыбалки. Я из набора, который имеется вот разных вот таких вот цветов. Если его нет в интернете, вы можете, как я вам всегда показывал, вот такие продаются наборы для сухих мушек, в которых находятся всевозможные расцветки даббинга антрона. Берем, наносим буквально совсем-совсем немножечко для того, чтобы подхватить наш даббинг. Подхватили. И теперь
проматываем ровно половину нашей грудки. Создаем хорошую такую пышненькую, пышный шарик. Изготовили. Берем остатки нашего пера, который мы с вами только что изготавливали. Нам необходимо обозначить уже те крылышки, которые должны прорезаться у нашего насекомого. Я использую перо вроде бы и жесткое, и в то же время, чтобы для поклевки нашей рыбы было достаточно мягким. Еще добавим немножечко даббинга на нашу грудку, чтобы была она попышнее. Даббинг желательно использовать, чтобы был плавающий. Вот такого шарика нам вполне будет достаточно. Теперь отберем то количество, которое так же, как на хвостик, подбираем количество наших лапок и притяжной петлей крепим здесь. Вот такого шарика нам вполне будет достаточно. Теперь отберем то количество, которое так же, как на хвостик, подбираем количество наших лапок и притяжной петлей крепим здесь. Следим за тем, чтобы у нас оставалось место для небольшой головки. Остатки удаляем. Нанесем капельку клея и с вами перевернем пеночку и изготовим горбик. Вот, друзья мои, мы с вами сделали небольшую незначительную головку, нанесли буквально капельку лака. И, как вы видите, Романа Мозера баллон Imager готов к работе. Грудку подберете расцветку для себя сами. Это уже чисто экспериментально, очень много еще зависит от воды, времени суток и в то же время региона. Остальное все работает. Работает начиная с мая и заканчивая чуть ли не октябрем в нашем регионе. Практически вся белая рыба реагирует на вот такой Imager. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч!